Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем строительство нашего зоопарка. Так, как я и говорил, я сломаю все к чертям собачьим и начну все по новой. Соответственно, все сломал и решил сделать свой вход. С другой стороны, потому что не нравится мне тот вход, хочу свой. Так что сегодня видео даже еще не завершенное, потому что не хватает времени и что-то прям... Изначально было прям хотел строить, все строил, и пытался, и вроде что-то получалось, а потом опять все пошло не по плану. В общем, не закончено видео, но чтобы вас не оставлять без видео, решил все же что-то хотя бы доделать. Построить вольерчик для тигрят, поэтому как-то так. Не хватает времени, нету возможности прям зоопарк записывать, потому что на него уходит очень много времени. Практически весь день уходит только на него. Поэтому, видимо, мне надо опять сделать небольшой перерыв, чтобы, так сказать, восстановить свою фантазию или что-то еще. И попробовать потом, так же, как я начинал с Африкой, записал несколько видео. Ну, там, правда, для Африки, это до Африки вышел DLC, и потом пришлось его вклинивать его. И из-за этого было готово несколько видео для Африки. И потом уже оно шло как шло, и, в принципе, получилось неплохо. Поэтому, я думаю, здесь мы поступим немножечко по-другому. Я передохну, попробую что-то другое интересное записывать. А зоопарк пока уйдет в отпуск, скажем так. Поэтому сейчас это последнее видео в ближайшее время. Потом я буду записывать потихонечку, помаленечку, размеренно. То есть, ну, для себя. Что-то, наконец-то, достраивать из зданий, а не вот эти вот макеты пустые, которые, ну, не смотрятся, а потом ты их не доделаешь, потому что пишешь другое видео, делаешь другой вольер, и в итоге ты ни хрена не успеваешь. Так что вот так, ребята. Надо немножечко фантазии дать отдохнуть. Там выйдут несколько разных игр, они уже записаны. Ну, и все, что кроме зоопарка, оно записывается. Ты сел, там в районе 40 минут, часа ты записал, там... подшаманил в редакторе, и все готово. Но с зоопарком так же не получается. Зоопарк, ты садишься, это минимум час, а то и два, и, соответственно, более, было раньше. Последнее время я делал плюс-минус быстро, но она получалась не настолько хорошо, как мне хотелось. Так что вот так вот, ребята, будем немножечко отдыхать, освобождать мозг, и, возможно, я буду потихонечку строить, записывать, потом это все соединять в один ролик, который будет красивый, я надеюсь. Возможно, нет, а возможно, да. Но, естественно же, он будет красивый, если он выйдет. А он выйдет по-любому. Не знаю, надо придумать либо какой-то стиль, либо что-то еще. Я вот смотрю зарубежных иногда так, от нифиг делать. Думаю, блин, ну вот он открыл, вот он начал, вот он сделал красиво. Блин, что мешает? И причем они часто делают. А я что-то пока не могу, поэтому будем понемножечку тренироваться. Так что приятного просмотра, и надеюсь, это была последняя перестройка. А может, и нет. А может, когда вернется следующее видео, будет вообще все по-другому. А может, и нет. А может, да. Не знаю. В общем, приятного просмотра, и увидимся. Пока что не знаю, через сколько. Ну, точнее, вы можете... посмотреть другие прохождения, другие игры, которые будут выходить. Посмотрим, что будет. Соответственно, Death Stranding будет, потому что за него проголосовало большинство, можно так сказать, которое голосовало. Соответственно, там что-то 42%, по-моему. Поэтому будем играть Death Stranding. Что-то плюс-минус маленькое еще буду записывать такое, какие-нибудь залипаловки.
Foundation там тоже выходит. Будем смотреть, что буду смотреть, что у меня есть в Стиме. И там, если что-то интересненькое, то можно будет, в принципе, записать. Есть несколько игр, но я в них играл, и поэтому уже никак не первый взгляд будет. Поэтому не хочу их записывать. Хотя они, в принципе, залипалки интересные, но может быть и нет. Посмотрим. Может, делаю опять голосование какое-нибудь. Но я в них уже поиграл, я в них умею играть, поэтому навряд ли оно будет мне и вам интересно, когда я уже все знаю. Так что на сегодня... Ну, на сегодня еще не все, потому что вы досматриваете ролик, а я с вами прощаюсь. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем приятного просмотра и услышимся в Planet Zoo через какое-то время.
Thank you.